Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео, друзья, по сайту. Называется «Пипы Флары», как-то так. Где я абсолютно без вложений собираю криптомонетку Zcash PVX. И теперь, друзья, добавили монету Dash. Можно собирать теперь и вот монетку Dash. Потому я и решила записать это видео, проинформировать, кто не знает. Ну, прежде всего, они тут предлагают для Dash скачать кошелек, установить. Это уже на ваше усмотрение. У каждого свои кошельки. Значит, так, это я собрала. Вот криптомонета Dash. Но прежде чем собирать, нужно как бы сохранить кошелек. Переходим здесь. Мои награды. Вкладочка. Вот эти кошельки у меня сохранены. А вот этот вот, они еще я не собирала, друзья. Буду собирать. Значит, как я уже сказала, у каждого свой кошелек. И что они тут пишут? Пожалуйста, добавьте Dash адрес выше вот сюда, чтобы снять ваши награды. Вы можете скачать Dash адрес вот здесь. Вот эта вкладочка кликабельна. Или прочитайте наши вопросы-ответы. Вот сюда кликаем и читаем. Я же сохраню сейчас кошелек. У меня вот такой вот кошелек Coinomi. У меня еще по нулям. Кликаю. Скопировала. Перехожу. Так, где мой? Вставляю сюда адрес. Вот он. Ой. Сюда обязательно я кликаю, потому что мне на почту приходит, когда настает время собирать, мне приходит письмо. И я сохранить изменения нажимаю. Сейчас страничка обновится. Ваши токены уже в пути. Все. Ваш Dash автоматически будет отправлен по указанному выше адресу. Так, закрываем. Теперь я перехожу уже на кран. Так, все, у меня галочка стоит. И теперь буду собирать криптомонетку Dash. Этот кран, друзья, платит. Кран суперский. Кликаю сюда, видите, зелененьким горит Dash. И теперь уже буду собирать монетку. Сейчас загрузится капча. Лестница. Галочка. Все, нажимаю запрос. И все, что мне тут дали. NEV. Что-то непонятно. Приз что-то. Интерфорфритуды. Я вообще не понимаю, что это такое. Они тут пишут. У меня браузер Браво. И так, перевести в новом окне. Сейчас посмотрим, что они здесь написали. Потому что они как бы просят, чтобы вот в этом браузере собирать. И они дают как бы больше монет. Можно, конечно, и на Google собирать. Где у вас так русский? Только ограниченное время. Войдите бесплатно сегодня. Что я не поняла. Ну, что я нажала, вообще не понимаю. Что-то я... А, это у них конкурс здесь. Это мне не надо. Так. Так, рекапчи. Загрузите страницу в 5. Что-то у меня
F5 нажать. Сейчас нажмем. F5. Это мне не надо. Я не собрала. Видите, зелененько горит. Сейчас соберем это все. Так, светофор. Вэри. Запрос. Теперь на эту нажму. Да, и вот мне дали. Поздравляем, вы заработали. Вот такое количество дашь монет мне дали. И сбор будет через 24 часа. Значит, смотрите. Zcash сбор раз в 20 часов. А PVX и Dash раз в 24 часа. Вот так здесь. И, естественно, вот эти краники они платят. У меня так это можно закрыть. Транзакция появится чуть позже. Вот Zcash у меня, я все собираю. У меня два крана. Я с двух собираю. Сейчас я кликну. И вот мои сборы. Уже у меня 0.02 монетки. Это на сумму здесь сразу в USD показано. $1.67. И вот на такую сумму у меня собрано монет. Это Zcash. Я вот все собираю. Это вот с двух краников у меня все идет. Далее PVX. Вот с этого крана я собираю. Это у меня уже 0.07 на 4 цента. Вот 8 часов назад я собирала. Последний раз у меня был сбор. Вот это все у меня транзакции. Ну и все. Ну и Dash. Dash появится чуть-чуть, друзья, позже. Вот такой вот кран. Кому интересно, собираем монетку. Ну, неинтересно, проходим мимо. Каждому свое. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.